Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада вас приветствовать на канале «О стране и мире». Дорогие зрители, пока вы рассаживаетесь, позвольте порекомендовать вам подписаться на наш YouTube-канал, тогда вам будет проще следить за нашими обновлениями. Их у нас много, они разные, интересные. А кроме того, подписывайтесь на наш Telegram-канал, он называется также «О стране и мире». Там вы можете следить за тем, что происходит в интеллектуальной жизни России. Мы выкладываем самые интересные, как нам кажется, важные, актуальные посты, выдержки из цитат экономистов, политологов, социологов, культурологов. Получается очень интересно. Давайте начинать. С удовольствием передаю слово ведущему сегодняшнего вечера Борис Грозовский. Боря, наш виртуальный микрофон у тебя. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о внешней политике, которую ведет Россия, с Андреем Казанцевым. Андрей политолог, специалист по внешней политике, работавший прежде в Высшей школе экономики, в МГИМО, в European University Institute, в центре Маршалла. И, конечно, невозможно совершенно не начать ситуацию в Нагорном Карабахе, потому что это безумно интересный кейс. С одной стороны, этот конфликт поддерживался на протяжении последних 30 лет не без участия России. И я думаю, что вначале мы будем об этом говорить. А с другой, удивительно, насколько разная оказалась судьба участников конфликта. Армения, сделавшая ставку на Россию как на своего союзника, на страну, которая гарантирует ее территориальную целостность, фактически проиграла, а Азербайджан, постепенно отстранившийся от России и благодаря тесным отношениям с Турцией, был выстроивший довольно-таки самостоятельную политику, по крайней мере, в том, что касается постсоветского пространства, наоборот, полностью выиграл. Кажется, что Россия на протяжении этих 30 лет использовала Карабахский конфликт для того, чтобы сохранить влияние в Южно-Кавказском регионе. Вот, по примеру, этим вопросам будет посвящена первая часть нашего разговора. А вторая — внешней политики России в целом. Сейчас мы видим, что практически все развитые страны перешли для России в разряд уже не партнеров, а соперников. Партнерами оказались страны-изгои в мировой политике: Иран, Северная Корея и так далее, и все другие страны, даже симпатизирующие тому, что Россия делает, поддерживают ее с большой оглядкой на то, чтобы не подпасть под вторичные санкции. Собственно, можно ли это считать достижением тех результатов, которые российская внешняя политика перед собой планировала? Почему не удался путинский поворот на восток, декларированный около десятилетия назад? И, собственно, насколько удачными могут оказаться попытки России возглавить коалицию глобального юга против богатого севера, когда Россия соединяет, с одной стороны, консерватизм, с другой левые идеи, и стремится объединить все страны, для которых характерны антиамериканские настроения. Но давайте же начнем с Карабахского конфликта. Вообще, Андрей, как вы считаете, могла ли последние 30 лет Армения сыграть свою партию лучше? Да, вот. Да, конечно, могла. Конечно, могла, потому что там так сложились обстоятельства во внутренней политике, прежде всего Армении, что руководство Армении из либералов, прозападных таких, первое поколение, в частности, вот Левон Тер-Петросян, они были отстранены от власти. Ну, можно сказать, что это была форма такая военного переворота фактически. И к власти пришел карабахский клан, который, с одной стороны, полностью поставил на сохранение не просто Карабаха, а вокруг Карабаха был создан пояс безопасности из районов, откуда было изгнано азербайджанское население, пардон. Причем оно было непропорционально, то есть вот, предположим, в Карабахе официально живет 150 тысяч, да, человек, в реальности, ну сейчас уже еще меньше, но в реальности их даже никогда не было 150 тысяч, там было 100 тысяч или 75 тысяч, вот что-то такое. А вот из районов окружающих Карабаха знали огромное количество азербайджанцев. Вот. Ну, там азербайджанцы говорят 750 тысяч, ну, может, меньше, там полмиллиона. Но все равно серьезно. То есть получилось очень малонаселенный кусочек такой горной местности, да, вокруг опустошения. И вот эта вот ситуация, она предполагалась, что будет удерживаться вечно. Это, так сказать, была очевидная стратегическая ошибка карабахского клана. Они, честно говоря, я вот разговаривал даже с некоторыми военными начальниками того времени, там, ну, по всяким программам, где там, по экспертной линии я с ним встречался или по образовательной. Они говорили, что типа, ну вот горы, в горах мы типа отобьемся, кто выше, тот и круче. А поменялись просто техники военные, появились новые инструменты ведения войны, в частности дроны. И в результате вот, собственно, вот этой революции в военном деле, вот этот фактор, кто в горах выше, тот и круче, он перестал работать. Плюс еще было очень много разных обстоятельств. Вот я бы сказал, что Азербайджан очень хорошо, кроме турецкого момента, сыграл в нефтяную дипломатию. Он превратился в ключевого поставщика энергетических ресурсов для Европы. Энергетическому поставщику очень много прощают, очень долго многое прощали, кстати, и Путину. Вот, и поэтому, значит, это было достаточно привилегированное положение. Плюс Азербайджан очень важное стратегическое положение. Он обеспечивает связь между Европой и странами Центральной Азии через Каспий. То есть единственный маршрут, по которому страны Центральной Азии могут обойти Россию, Китай и Иран, они зажаты с трех сторон этими странами, это через Азербайджан, то есть через Каспий и дальше через Азербайджан. Поэтому получалось так, что Азербайджан стратегически был важен для Запада. К этому надо прибавить еще ситуацию специфическую израильскую, потому что не секрет, что Израиль тоже сыграл серьезную роль в модернизации азербайджанской армии, которая привела к победе, не только Турция. Ну, у Израиля это понятная ситуация с Ираном. Иран такой дистанциальный противник Израиля. Президент Ахмадинежат по простоте душевной признался, что он вообще хочет уничтожить Израиль. И когда его ругали, так сказать, представители иранской элиты по этому поводу, они говорили, что так откровенно это говорить нельзя. Хаменеи велел говорить про это загадками. Хаменеи, например, выразил это в виде пророчества о гибели Израиля. Вот, значит, ну и понятно, что для Израиля любой союзник на границе с Ираном, который имеет конфликты с Ираном, очень важен. А у Азербайджана целых два конфликта с Ираном, целых два ключевых противоречия. Одно это из-за так называемого иранского Азербайджана, потому что большая часть азербайджанцев мира живет не в Азербайджане, а в Иране. Кстати, Сталин же пытался создать Южный Азербайджан во время оккупации Ирана, во время Второй мировой войны, но это не удалось, там американцы заставили его уйти, так близко к нефти Персидского залива не подпустили. Вот. Ну и с тех пор вот этот вопрос, он висит. Плюс там еще вопрос с разделением Каспийского моря, там у них достаточно серьезная ситуация, спорная, поскольку так получилось, что при дележе Каспийского моря Ирану, в общем, мало ресурсов досталось, а Азербайджану и Туркменистану, его двум соседям, достаточно много. Кстати, России тоже мало досталось, между прочим, при этом дележе. Там три страны, по сути дела, выиграли при дележе, серьезно так. В плане ресурсов, это, кроме двух упомянутых, еще Казахстан. Вот такая вот сложилась интересная ситуация. Теперь, что касается внутриполитической ситуации в Армении, которая вот все эти годы плавно загнивала при карабахском клане, то есть, ну, это был очень такой коррумпированный режим, который естественным образом пристегнулся к Путину, ориентировался на Путина, поддерживался Путиным, стратегически все больше и больше полагался на Россию. При этом в Азербайджане росла экономика, росло население, модернизировалась армия, в Армении даже население убывало. Как в силу демографических причин, так и в силу очень сильной миграции. По сути, вот когда началась Вторая Карабахская война, у армян вообще единственным ресурсом по сути, был, кроме вот союза с Россией, очень сомнительного тогда, это была поддержка армянской диаспоры. Но она вот оказалась, что поддержка диаспоры все не решает, даже если диаспора в таких странах сосредоточена, стратегически важных, как США, Франция и Россия. А вот, собственно, вся ситуация. А теперь, что касается союза с Россией. У России было очень интересное положение. То есть она с Арменией имела двухсторонний договор о сотрудничестве, поэтому была российская военная база в Армении. Плюс Армения входила в ОДКБ, но одновременно у России были отношения стратегического партнерства и с Азербайджаном. То есть Россия поставляла оружие обеим сторонам, но, правда, Армения получала оружие, бывало, что за бесплатно, либо подешевле, но вот это уже в рамках ОДКБ. Плюс вот была российская военная база на территории Армении, и она как бы должна была гарантировать безопасность. Вот. Ну вот такое вот хлипкое равновесие, оно разрушилось со свержением Карабахского клана. Это было связано не с внешней политикой, а с внутренней исключительно. Это было связано с коррупцией. Армянский народ восстал фактически против коррупции. Пришел к власти Пашинян, а дальше уже начались проблемы, связанные с дестабилизацией вот, в отношениях с Азербайджаном. Скажите, пожалуйста, Андрей, вот я много раз замечал, что российская интеллигенция в целом и оппозиционные ее части во многом свойственно смотреть на карабахский конфликт глазами Армении. Ни в коем случае не глазами Азербайджана, но вот да, солидаризируясь с Арменией. В то же время с точки зрения международного права вроде бы ситуация совершенно однозначна. Карабах – это территория Азербайджана, и все, что сейчас происходит, это, в общем, к этому постепенно не шло. А почему такое отличие в видении сложилось? Да? Почему? Ну, давайте я сразу два момента. Вот в вашем вопросе были два момента. Один – это отношение России, российской интеллигенции, а второй момент – это международное право. На самом деле в международном праве есть два конкурирующих принципа, на которые тут две стороны и ссылались. Один – это принцип нерушимости границ. То есть вот если государство признали в каких-то границах, то невозможно агрессии, аннексии там, и так далее. То, на чем зиждется международное право современное. А с другой стороны есть противоречащий этому принцип национального самоопределения. То есть вот если какой-то народ хочет от кого-то отделиться, то, по идее, как бы вот угнетать его в условиях ну, вот, современного мира, когда все признают права человека, а уж тем более права больших групп, тоже нехорошо. Вот как разрешить это противоречие, этого до сих пор еще никто в международном праве ну, не решил, не додумался, как это разрешить. Поэтому такого рода конфликтов в мире огромнейшее количество, и никакого универсального рецепта тут нет. Одна сторона всегда может ссылаться на один принцип, другая на другой, и они как бы чуток друг друга аннулируют. Вот. Но тут надо отметить, что Армения-то ведь никогда не претендовала на присоединение к себе территории Нагорного Карабаха. Она официально признала при распаде СССР территорию Азербайджана, на что сейчас ссылается и Пашинян. Он говорит, что он ничего нового, когда сказал, что Карабах это Карабах это Азербайджан, он говорил до этого просто, что Карабах это Армения, но не официально. А потом он официально признал уже после поражения, значит, что Карабах это Азербайджан. Вот, значит, так вот, Армения же не претендовала на присоединение к себе Карабаха, на аннексию Карабаха. Она заявляла, что это национально-освободительное движение в Карабахе, и что вот это национально-освободительное движение само, дескать, без помощи Армении, что было явно неправдой, вот, значит, потому что там, конечно, всегда была армянская армия. Вот, так вот, это освободительное движение, а вы помните, сколько там людей живет, нанесло поражение в свое время Азербайджану, капитальнейшее, и типа освободилось. Вот такая была странная у Армении позиция, чтобы не нарушать вот тот самый принцип суверенитета государственного. Вот. Теперь, значит, после этого комментария по международному праву, второй комментарий по позиции русской интеллигенции. Ну, так сложилось, знаете, что у русской интеллигенции была действительно вот, любовь определенная на Южном Кавказе к грузинам и к армянам. Ну, просто так исторически сложилось в силу особенностей русской культуры, ну, потому что это христианские народы, потому что очень много исторически связывало и так далее и тому подобное. Ну, я бы сказал, что это же со временем стало проходить, то есть если вот трактовать этот вопрос не в терминах там любовь, не любовь, да, в терминах у кого сильное лобби в России, то я бы не сказал, что у Азербайджана сейчас лобби в России слабее армянского. Я вот даже знаю, что в ряде случаев оно намного сильнее. Да, это не совсем через интеллигенцию идет, хотя я знаю представителей интеллигенции, которые, так сказать, в этом лобби, а не в том. Это скорее идет по линии там и бизнеса, и определенных этнических групп, и отнюдь не только азербайджанских этнических групп, но и других. Но это достаточно сильное лобби. Поэтому, если брать 90-е годы, то да, в 90-е годы, я думаю, вот не только популярность армян среди русской интеллигенции была выше, чем популярность азербайджанцев, но и лобби было сильнее. Сейчас нет, сейчас совершенно другая ситуация. И мы это видим по позиции России, потому что фактор лобби в таких случаях играет очень большую роль. Полагаете ли вы, что в последние 35 лет, если бы Россия не играла эту роль в Карабахском конфликте, которую она играла, он, возможно, не имел бы столь затяжного характера? Как вообще Россия использовала Карабахский конфликт для сохранения своего влияния на Южном Кавказе? И что было бы без ее участия? Ну, тут опять вопрос двойной. С одной стороны, тогда надо говорить про армянскую часть истории, что бы тогда Армения делала, а с другой стороны, нужно говорить про российскую часть истории, как это Россия использовала или не использовала. Значит, если говорить про армянскую часть, то я уже говорил, что в какой-то момент попытка армянских либералов договориться о Карабахе и таким образом соскочить как бы с поддержки России, полностью переориентироваться на Запад, не удалась. Потому что произошло что-то вроде переворота в Армении, к власти пришел карабахский клан. Могло ли оно пойти по-другому? Там же идея была какая? В те времена Азербайджан-то требовал намного меньшего, чем сейчас, потому что сейчас же Азербайджан говорит, что вообще и автономии, по сути, не должно быть. Ну вот, я не знаю, чем кончатся переговоры, которые сейчас идут. Ну, в общем, позиция Азербайджана очень простая. Все граждане Азербайджана равны, в том числе и граждане армянской национальности. В Азербайджане вообще действительно живет много разных народов. Евреи живут, например, не только мусульмане. Вот, ну, кавказские, северокавказские народы разные есть представители и так далее и тому подобное. Русские там всегда жили в Баку. Вот, ну и типа вот все равны. Тогда-то у Армении была возможность выторговать намного больше. Армения могла просто отдать часть вот этих территорий, что она захватила в виде пояса безопасности вокруг Карабаха, так называемого, и обменять это на очень большую автономию. Сейчас уже все, это пройденный этап после двух поражений Армении. Но вот тогда армянские либералы этот шанс упустили, им не дали просто это сделать. Я не думаю, что это чисто вот тогда российская была инициатива. Действительно, внутри Армении были сильные националистические группы, которые пошли вот по этому ошибочному пути. Вот. Теперь, что касается России. Я не могу сказать, что, вот если ретроспективно глядеть на этот вопрос, что Россия именно вот сознательно всегда использовала карабахскую проблему для укрепление своего присутствия на Южном Кавказе. Я просто исследовал этот вопрос, даже одну академическую статью там написал с коллегой Питером Ратландом, американским. Разные были периоды просто в истории России. В какой-то момент, да, я думаю, что у Путина такое появилось, такой интерес, потому что если бы не было конфликта, то не было бы членства Армении в ОДКБ, во-первых. А в какой-то момент Армении просто выкрутили руки, потому что вообще-то не только Украина готовилась подписать вот это вот соглашение об ассоциации с Евросоюзом, отмена которого под давлением Путина привела к Евромайдану, а Евромайдан привел к 2014 году, а 2014 год привел к нынешней войне. Но и в Армении была же такая ситуация. Армения тоже пыталась подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. И тогда Россия выкрутила ей руки. Причем аргумент был, если в случае с Януковичем тому предложили крупную сумму, если я правильно сейчас помню, 15 миллиардов долларов, а в случае с армянами им просто выкрутили руки и сказали, что вот вы зависите в сфере безопасности от России и не смеете тогда заключать никаких соглашений с Евросоюзом. Вот. Причем армяне тогда еще попытались извернуться, потому что я не могу сказать, что даже карабахский клан был таким уж пророссийским. Это тоже неправда. То есть вот если вам скажут, что типа Пашинян антироссийский, карабахский клан был пророссийский, нет, они просто вот тоже вертелись, крутились, вот так, то, что называется многовекторная внешняя политика. У них просто выхода не было. Вот, потому что они сами заблокировали себе мир с Азербайджаном, через это заблокировали мир с Турцией. А дальше у них оставалось только Россия и Иран. Просто ну, соседство такое. По-другому не получалось. Вот. Да, с какого-то момента путинская Россия стала использовать вот этот конфликт для того, чтобы Армения не подписала соглашение с Евросоюзом. Да, Армения как попыталась исхитриться еще, когда Путин ей запретил? Она попыталась разделить на две части. Путин запретил подписывать политическое соглашение. Они сказали Евросоюзу, а давайте мы хотя бы экономическое подпишем, разделим на две части. Но вообще это и Москве не очень понравилось, но Евросоюз тогда тоже сказал, не-не-не, только все вместе подписываем. А вот, значит, потом, кстати, Евросоюз уже жалел, что он такого шанса армянам не дал. Но уже было поздно. Вот, значит... То есть Армении не дали евроассоциации из-за этого. Армению под этим соусом держит ОДКБ. Под этим соусом в Армении находится российская военная база. Под этим соусом в Карабахе находились российские миротворцы. Хотя вот миротворцы – это скорее уже чемодан без ручки. Что называется, это самое «нести тяжело и бросить жалко». Правильно ли я понимаю, Андрей, что вы считаете, что, по сути дела, еще в 90-х годах у Армении был шанс договориться о каком-то прочном мире с Азербайджаном, обменять захваченные территории на автономии и, соответственно, совершенно другой вектор развития, возможность торговли с Азербайджаном, возможность торговли с Турцией, участие в трансграничных транспортных проектах? И так далее, и так далее. Даже не только в конце 90-х такой шанс был. Когда Эрдоган пришел к власти в Турции, он объявил политику нулевых проблем в отношении с соседями. И, в принципе, была идея распространить политику нулевых проблем и на армян. Вот. Но тогда именно не удалось, потому что Турция не смогла. Причем не то, что она не хотела, сам Эрдоган не хотел. У Эрдогана тогда была несколько другая позиция, не та, что сейчас. По этому вопросу. Но, в принципе, в Турции есть тоже достаточно сильное азербайджанское лобби, которое ни в коем случае не дало Турции в одностороннем порядке нормализовать отношения с Арменией, не как бы решив при этом в пользу Азербайджана карабахский конфликт. Вот. Ну, там еще, конечно, другие моменты были, но вот, насколько я знаю от разных влиятельных людей, такой момент тоже присутствует. Вот, поэтому у армян, да, и в конце 90-х у них такие возможности были, ну вот начиная с второй половины 90-х до конца 90-х это окошко возможностей было, и в 2000-х годах в начале у них было такое окошко, просто тогда был карабахский клан уже, который как бы вот, ну, делал ставку на сочетание национализма и патернализма, это вот как бы немножко не та модель развития была, при которой это было бы возможно. Если смотреть на ситуацию как бы глазами человека из Еревана, конечно, это все очень трудно, вот, учитывая географическую запертость Армении, да, Азербайджан, Турция, соседи, дружественные соседи, очень проблемные, это Россия и Иран, да, значит, тут у тебя нахичеванский анклав, да, и то есть как бы страна отрезана. Там еще хуже была ситуация из-за того, что у России с Грузией постоянно были конфликты. Вот эта вот другая дорога к Черному морю, да, через Грузию, она очень плохо функционировала. То есть она к морю еще работала для армян, хотя у Армении тоже не идеальные отношения с Грузией, надо сказать. Там свои были проблемы. Вот. Но вот, например, разблокировать дорогу в Россию через Грузию было нельзя уже из-за грузинских, ну, конфликтов России с Грузией, в свою очередь, вот, абхазский и южно-осетинский. Вот. Поэтому зачастую вообще только Иран хорошо функционировал, связь через Иран. И, ну, вот я, например, скажу, что вот такой момент есть, что чтобы поддерживать, например, значит, эту частоту в сетях, да, вот чтобы электричество нормально работало, постсоветские страны, одна страна не может этого сделать обычно, ну, если не Россия, конечно. Россия большая, а вот постсоветским странам приходилось подключаться друг к другу, создавать вот эти системы единые. Я могу сказать, что даже Прибалтика от России отключилась только недавно, вот перед самым 22-м годом, вот в таком плане регулирования систем. Так у армян некому было подключиться, они подключились к Ирану, например, уже давным-давно, еще в 90-е годы, потому что даже из-за блокады транспортной на Армению там была ужасная ситуация во всех отношениях, и, собственно, Иран их спасал. Вот. Причем, обратите внимание, это очень интересный момент, который мало кто знает, ну вот особенно люди в Израиле это не понимают. Дело в том, что у Ирана не одна политика одинаковая для всех стран. Вот все обычно знают, вот особенно израильтяне, вот, знают политику Ирана, вот эту ближневосточную, достаточно агрессивную. Между тем, политика Ирана относительно постсоветских стран, она формулировалась уже после смерти Хаменеи. И там совершенно другая была идентичность уже, там более умеренные люди пришли к власти. И поэтому получилось так, что у Ирана относительно постсоветских стран всегда была очень мягкая политика. Например, он не поддерживал исламистов в Центральной Азии, там поддержал политику национального примирения в Таджикистане вместе с Россией и США. Вот да, был такой альянс стран, Россия, США, Иран в Таджикистане в свое время, который обеспечил там национальное примирение. И армянам он помогает против азербайджанцев. Пожалуйста, такая интересная у Ирана политика. Вообще Иран умеет договариваться даже и на Ближнем Востоке иной раз. С американцами он договаривался, бывало, и по Афганистану, и по Ираку, очень даже хорошо. Вот. Ну вот с Израилем, да, там некая такая есть, некий момент, заложенный еще при Хаменеи, который вообще никак, к сожалению. Последний вопрос про ситуацию в Карабахе. Как вы полагаете, вот пока ведь не видно, чтобы стороны договорились о соблюдении прав человека, а армян, которые там остаются, непонятно, как будут решаться гуманитарные вопросы. Полагаете ли вы, что здесь Евросоюз, Брюссель может сыграть какую-то большую роль, чем он сейчас играет, ну и вообще Россия как посредник, да, или сейчас мы увидим просто ситуацию, когда, значит, большинство армян, живущих в Карабахе, покидает Карабах, азербайджанцы, которые были вынуждены 30-35 лет назад уйти из Карабаха, возвращаются туда, то есть прямо вот смена населения региона. Какой сценарий вы считаете более вероятным? Я не знаю, что сейчас будет, потому что тут есть много разных обстоятельств. Значит, вот фактор внешний тут такой прямой роли, как подразумевалось в вашем вопросе, на мой взгляд, не будет играть роли. Значит, ну вот Алиев уже сказал, что типа, ну вот Западу не надо вообще лезть. Вот. И я бы сказал, что у Алиева сейчас возможности влияния на Запад больше, чем у Запада на Алиева, вообще-то говоря. Потому что у Европы огромные проблемы в энергетике, связанные с Россией. И с постсоветского пространства она получает сейчас энергию только вот тоненькой струйкой из Азербайджана. И зачем ей тогда с Алиевым ссориться в Европе? Что касается России, то я что-то не видел, чтобы российское руководство так всегда уж интересовало проблему прав человека. Я вообще, кто не знает такую ситуацию, напомню, что вот я, например, у меня первое гражданство было туркменистанское некогда. Вот, значит, так вот, все русскоязычное население Туркменистана, там, включая русских, армян, евреев, значит, было изгнано из страны после того, как одно из первых внешнеполитических действий Путина было подписание соглашения с Туркменбаши. Его иногда называли обмен русских на газ. Вот. Это было в самом начале путинской карьеры, причем в России тогда была независимая достаточно пресса, телевидение, поэтому эта, в общем, ситуация хорошо освещалась в знании русскоязычного населения из Туркменистана. Вот. Ну, конечно, вот этот момент, что Путин перед этим подписал некое соглашение с Туркменбаши, ну, по телевизору не говорили. Вот, ну, как бы это самое, официальной реакции никакой не последовало в России на такие действия. Поэтому, в общем-то, даже когда не то что уж армяне, а русскоязычное население откуда-то выгоняли, вообще с самого начала 2000-х годов я не видел каких-то особых реакций России. Когда какой-то такой момент реально, ну, поднимался в российской политике, то это скорее был некий повод. Я никогда не видел реальной озабоченности этой проблемы в российской внешней политике. А уж тем более, если это касается не русских, а армян. Но все-таки вот наступит ли на Южном Кавказе мир, да? Удастся ли Армении и Азербайджану как-то напрямую договориться о соблюдении прав армян в Азербайджане, или это будет какой-то такой худой мир, который не приведет ни к нормализации отношений? Нет, смотрите, вот в самом вопросе сейчас уже неправильная посылка. Когда-то Армения могла договориться о чем-то с Азербайджаном относительно армян Карабаха. Но сейчас вопрос не об этом идет. Сейчас речь идет о том, что Азербайджан решает вопросы со своими гражданами, либо людьми, которые не хотят быть гражданами Азербайджана, и пускай они тогда уезжают. Сейчас уже все не так. Сейчас уже нет никаких вопросов между Арменией и Азербайджаном. То есть Армения сказала, что нас это не касается. Все. Официальная позиция Пашиняна. И другой позиции у него нет. Он не хотел просто, чтобы Армения потерпела еще одно поражение. Вот. Так, ну, была бы не однодневная война, была бы двухнедельная война. Но результат был бы еще хуже для Армении. Вот такая сейчас реальная ситуация. Потому что это несопоставимо. Азербайджанская армия сейчас, я думаю, по силе она третья на постсоветском пространстве после российской и украинской. Я не знаю, там в каком порядке кто поставит российскую и украинскую, наверное, все-таки в таком. Вот, значит, азербайджанская она третья, она очень сильная. Она самая современная, может быть, из всех постсоветских армий, потому что Турция и Израиль подогнали ее под все стандарты возможные современные. Вот, я напомню, что, например, вот турецкие дроны, они наносили поражение дважды силам, которые поддерживала Россия, например. Один раз вот это была Вторая Карабахская война, а один раз это было бои в Ливии, когда вот маршал Хафтар был разгромлен протурецкими силами. Некая прокси-война еще одна была, где там Россия и Турция выступали на разных сторонах. Вот, и Азербайджан очень хорошо вооружен, поэтому тут просто это несопоставимо. Это начать с того, что это не только в военной сфере несопоставимо, это в сфере экономики несопоставимо. Там Азербайджан один, это вот большая часть ВВП всего Южного Кавказа, а там Армения и Грузия, это вообще по чуть-чуточку. Вот, поэтому вообще не о чем говорить. Поэтому сейчас вообще речь об этом не идет. Речь идет о том, что Азербайджан сам решает вопросы со своими гражданами. Вот. И некоторые граждане, значит, Азербайджана армянской национальности могут остаться в Азербайджане, если они договорятся с азербайджанским правительством о дальнейшем, как бы, вот, ну, модусе вивенди, о том, как им там жить. А если не договорятся, они, значит, вот, видимо, Азербайджан разрешит им уехать. Вот такая сейчас ситуация. Все совершенно уже не так, как могло бы быть, если бы Армения, ну, как бы вот пошла на какие-то компромиссы раньше и не понадеялась непонятно на что. Позволит ли это восстановить в регионе мир? Позволит ли это Армении вернуться к нормальным торговли и вообще существованию. Ну, кто меня читал, в частности, то, что я вообще открыто писал в Фейсбуке, знает, что я еще там недели-две назад написал, ну, что вообще все, что будет. Вот. При этом не надо было гадать на картах, нужно было чуть-чуть подумать, просто зная реальные соотношения сил там и так далее. Вот. Но вот тут есть некая вот уже развилка. В Армении сейчас есть очень большие опасения, что дальше Армения подвергнется еще большему давлению, но уже относительно вопроса о Зангезурском коридоре. Вот. Зангезур – это та территория, которая ну, в общем, отошла к Армении, стала армянской по результатам гражданской войны на Кавказе после распада Российской империи. Это вот как раз та территория, где воевал знаменитый вот этот армянский полководец Инждер, который потом там с Гитлером связался и так далее, сделал неправильный жизненный выбор, скажем так. Вот. Он, кстати, вот именно из-за этого считается героем армянского народа, что вот он, так сказать, завоевал Зангезур. Вот. Ну или там освободил Зангезур, как говорят армяне. Понятно, что тут каждый оценивает со своей точки зрения. Вот. Важно, что в Зангезуре было большое азербайджанское меньшинство, даже в советское время. Вот. И это коридор, который отделяет Нахичевань от Азербайджана. И это не только интерес Азербайджана, потому что есть очень важная проблема для всех центральноазиатских стран, это то, о чем я вначале говорил, это налаживание маршрута в Европу, вот, в обход, например, Ирана. И там вот этот Зангезурский коридор, он может играть очень важную роль. Это, пардон, если в Европу, например, привезти туркменский газ, то он выше качеством и лучше и даже больше российского. Или вот казахстанскую нефть, если привезти, ее очень много. Если она не через Россию пойдет, то, ну, она и через Россию сейчас идет в Европу, через то же Черное море. Вот, но может идти в большем объеме, например. И все, и вообще все проблемы Европы, между прочим, решаются таким образом, прежде всего газовые. Вот, но и вот армяне боятся, что на них будут дальше давить по вопросу о Зангезурском коридоре уже соединенными силами Турции и Азербайджана, потому что это нужно и Турции, и Азербайджану, это нужно центральноазиатским странам, и вообще Западу это тоже очень нужно. Вот, ну вот встает логичный вопрос, и этот вопрос о коридоре уже поднимался, вот еще до того, как началось обострение в Карабахе. До этого было обострение вокруг Зангезура. Тогда как раз Армения неофициально попросила Россию о помощи и неофициально ее не получила. А вот, значит, вот тут есть некая дилемма. Значит, либо армяне, грубо говоря, договорятся по-хорошему, либо их действительно заставят, я думаю. Опять-таки, учитывая соотношение сил, никто вот в этом раскладе на сторону Армении не встанет. Вот. Даже вот Евросоюзу вообще-то выгоднее получить этот коридор. Вот. Другое дело, что может получиться это в жесткой форме. То есть, например, от Армении потребует возвращения туда азербайджанского населения, туда ведут какие-то миротворческие войска, например, там, турецкие или азербайджанские. Это вообще будет для армян, думаю, совсем неприемлемо. А она может попробовать договориться, ну, грубо говоря, на своих каких-то условиях, сказать, ну, давайте вот мы вместе построим, там, создадим совместную компанию, значит, пригласим там, не знаю, каких-нибудь там европейских или индийских миротворцев, чтобы охранять эту территорию, или создадим совместный контингент, чтобы охранять эту территорию, там, например, совместный, не знаю, армянско-турецко-азербайджанский. А вот, понятно, что это все немножко фантастика, ну ладно, какой-то другой можно придумать вариант, но который не ограничил бы, значит, ну, как суверенитет Армении уже в этом случае. Вот, но я вам сейчас просто рассказываю, какой будет следующий этап вот скоро, потому что он уже обозначился год назад, ну, в прошлом году. Спасибо большое, Андрей. Да, вот для Армении, конечно, ситуация достаточно тяжелая и чреватая таким ущемлением национальной гордости и так далее, очень проблемная ситуация. Да, да, вот я сейчас просто еще одну метафору напишу. Вот один из известных специалистов по этому вопросу, Кривошеин, значит, вот он написал, что типа это, знаете, это как в фильме, когда кому-то надо либо палец дать себя отрубить, либо руку. Вот, вот у армян вот действительно сейчас очень тяжелый выбор, да, вот, с какой-то точки зрения, понимаете, у них вся идентичность рушится, их, это очень тяжелая ситуация. Но надо сказать, что Азербайджан побывал тоже в такой ситуации в 90-е годы, и потом вот он как-то благодаря Алиеву старшему и нефти собрался. Ну, в принципе, может, и Армения соберется. Мы говорим сегодня с Андреем Казанцевым, политологом, специалистом по внешней политике. Андрей прежде работал в МГИМО, в Высшей школе экономики, в European University Institute. И несколько вопросов. В последней части разговора я хотел задать про внешнюю политику в целом, а сначала про внешнеполитическую науку. Вот, например, если смотреть на социальные науки, среди экономистов довольно много оказалось противников и войны, и противников путинской диктатуры, как для России, голос достаточно хорошо слышен и в медиа, и в западных университетах, и так далее. Среди тех, кто занимается политической наукой, ну, наверное, это несколько слабее, но тоже, в общем, мы знаем множество примеров людей, которые оппонировали Путину. Почему, с вашей точки зрения, среди тех, кто занимается именно внешней политикой, международными отношениями, как своей научной темой, таких людей намного меньше? И кажется, да, что эту область представляют люди совершенно лояльные режиму, да, вот типа Федора Лукьянова, не знаю, Караганова, Бардачева, Тренина и так далее, и так далее. Почему эта область научных интересов оказалась сопряжена вот с какой-то большей лояльностью к путинскому режиму, чем вроде бы смежные политической наукой и экономикой? Вы знаете, у каждого из этих людей, которых вы назвали, есть своя собственная траектория, там свои собственные причины. Я не думаю, что сейчас стоит переходить на личности. А вот если в общем, так сказать, про это поговорить, то есть очень много на самом деле причин. Во-первых, вы сами нарисовали некую иерархию. Экономисты, специалисты по сравнительной политологии и дальше специалисты по внешней политике, международным отношениям. Это в какой-то смысле иерархия современных социальных наук. То есть вот примерно так идет финансирование в западных университетах. То есть, грубо говоря, даже если бы кто-то из российских международников хотел бы уехать в университет западный, то согласие есть продукт при непротивлении сторон, как известно. Вот. Я бы не сказал, что это главная причина, но вот все-таки вот так говорить, что все, что они все морально плохие люди, это как бы не совсем верно. А что все экономисты морально хорошие... Нет, есть просто в том числе и конкретные обстоятельства, связанные с западным рынком. Но есть и другие обстоятельства, менее приятные, скажем так, для специалистов по внешней политике, международным отношениям. Дело в том, что если, например, сравнивать не с экономистами, потому что, в принципе, много было экономистов и лояльных режимов, и до сих пор остается, да? А вот с политологами, то дисциплина, к сожалению, так устроена. Дело в том, что у политологов, сравнительных политологов, основная, ну, как бы категория, вокруг которой все строится, это демократия. Ну, никак вот вокруг, это нельзя обойти просто. Вот учебники так строятся, сама дисциплина так построена, вокруг демократии, как идеала некое. А вот в международных отношениях не так. Там есть три разных парадигмы, и, в принципе, вот в России доминирует реалистская так называемая парадигма, в которой все строится вокруг суверенитета государства и его силы. Пардон, а у Путина как раз все вокруг этого и строится. Поэтому как бы вот такой соблазн на все это купиться у международников больше. К этому надо прибавить еще некоторые обстоятельства. Дело в том, что вот, например, если с сравнительными политологами сравнивать, то грубо говоря, их отшили от всех реальных дел в России и сказали, либо вы уезжаете, либо там уходите в какую-то внутреннюю миграцию, там статейки пописываете, но лучше так и в статейках никого не критикуйте. Это было буквально уже в начале 2000-х. А с международниками было не так, потому что вот это вот безумие идеологии распространилось на сферу международных отношений, в общем, где-то только после 2014 года. И я сам был вполне себе успешным экспертом, который консультировал российские власти, вполне ими признавался там. Ну, я никаких там Украин никогда вот такого рода плохими вещами не занимался. Вот. Я, например, консультировал по вопросам, связанным там с борьбой с международным терроризмом, там, Афганистаном и так далее. Ну, в принципе, я считаю, что мне за это не стыдно. Вот. Я считаю, что там более-менее все было до определенного времени неплохо. Когда, значит, российские власти повели себя неправильно на этом направлении, то я их стал открыто в прессе критиковать. Меня за это со временем из России выгнали и уволили из университета. Ну, собственно, когда началась линия на союз с Талибаном. Да, в моем случае так, потому что я не занимался Украиной, поэтому в моем случае как бы мои отношения с властью закончились, когда они стали давить сильно на центральноазиатские страны, по которым я им советовал, в частности на Казахстан, и когда вот установилась линия на взаимодействие с талибами. Вот. Ну, естественно, я не поддерживал войну на Украине, но поскольку я не был украинским экспертом, от меня такого и не требовалось. Вот. Я мог бы теоретически остаться и в России, никому не говоря, что я против войны, а там типа внутренне, так сказать, не поддерживаю. Ну, я в данном случае как бы уже выбрал такой вариант. Ну, фактически, да, получается, вот из более-менее известных международников я единственный, вообще-то говоря, ну, вот московский. В Петербурге ситуация другая, потом есть еще более молодые ребята, например, которые в центре Карнеги работали, да, Тренин, он как бы перешел на сторону Путина, а, например, там более молодые ребята, они сейчас в Берлине все, и это вполне себе успешные международники, вот, поэтому, ну, нельзя так однозначно сказать, есть много еще там международников из Питера, там и так далее, но это скорее, конечно, академические люди, из экспертов, да, наверное, я один. Так вышло. Но я и раньше не был провластным, я просто занимался там Афганистаном, Центральной Азией, поэтому, в общем, был полезен, можно сказать, тем, что у меня были некие уникальные знания. Вот. Но я никогда всей этой ерунды не поддерживал. И всегда про это честно говорил во всех, я же выступал везде, там и на BBC, и на Voice of America, там, и на «Настоящее время», и так далее, и тому подобное. Удивительно, конечно, вот вы сказали то, что в России торжествует парадигма реализма в международных отношениях, во внешней политике. Конечно, удивительно, да, что, не знаю, никто не отправился писать диссертацию в Фукуяме, не так уж много... А Фукуяма, кстати, не специалист по международным отношениям, он философом считается, это другое немножко. Да, не так много авторов русского происхождения в Foreign Affairs или Foreign Policy. В общем, Россия так бы осталась в стороне. Есть русского происхождения профессора, например, в Америке, но как бы они не особо известны. Теперь, собственно, вот про поворот в российской международной политики. Понятно, что, наверное, правильно его датировать либо с Мюнхенской речи, либо с того, как Путин реагировал на еще первую оранжевую революцию в Украине в середине 2000-х годов. Но особенно яркий, конечно, момент, да, это вот этот заявленный поворот на восток, что Россия больше не стремится в Европу, Россия не слишком будет пытаться интегрироваться, да, и вместо этого ориентация на сотрудничество с Китаем, с Индией и так далее. Почему из этого проекта вряд ли что-то получилось и получится? А по одной простой причине, я уже про это говорил, потому что согласие есть продукт при непротивлении сторон. Если вы говорите, что вы присоединились к Азии, а Азия не особо в курсе и не особо этого хотела, то у вас ничего не получится. Вот, во-первых, не существует никакой Азии, не существует никакого не Запада. Есть Запад, но не Запада нет. Есть Индия, есть Китай, есть Африка, и разная Африка, есть там Саудовская Аравия. Это все совершенно разные незапады. Никакого незапада, который предполагался в повороте на восток, нету. Это некий совершенно идеологический конструкт. Вот. Ну, специалисты такие вещи понимают, конечно, а публику легко надурить. Вот. А на практике вот что получается. Значит, даже Китай не хочет, например, ну вот очень долго Россия пытается убедить Китай в постройке необходимости построить силу Сибири-2, да? А Китаю оно не нужно. при том, что Китай, в общем, союзник России. А что касается всех остальных стран, а им вообще все это нужно? Зачем им некая восточная Россия? Тут же должен быть какой-то прагматический смысл. Ну, для индийцев сейчас прагматический смысл оказался в следующем, что они покупали по дешевке российскую нефть и платили за нее в рупиях, которые Россия потом не могла никак, так сказать, использовать, потому что рупии неконвертируемая валюта, и у них там, сколько, я не помню, 39 что ли, миллиардов долларов зависло в рупиях вроде как. Ну, сама Индия, кстати, это отрицает, они говорят, что у них все хорошо. А вот российская страна говорит, что у них там под 40 миллиардов рупий зависло, и поэтому вот в том числе это рассматривают как одна из причин обвала рубля. Вот это и есть поворот на восток, понимаете? То есть это некая совершенно волюнтаристская идеологема, которую придумал Путин и, так сказать, и освоили, так сказать, деньги соответствующие политологи, за которые ничего изначально вообще не стояло. В плане именно прагматики. Вот поэтому она и не получилась. Это не значит, что какие-то восточные страны не хотят сотрудничать с Россией. Вот это, кстати, тоже важная ситуация. То есть, в принципе, азиатские страны в большинстве своем, если не брать ближайших союзников США, Россию за Украину не осуждают. Они говорят, что у них появились из-за этого проблемы, например, за повышение цен на зерно там, и так далее и тому подобное. Да, премьер-министр Индии Моди сделал Путину втык, реальный втык вообще. В Центральной Азии, когда они встречались, говорил, что вот так нельзя, да, но при этом он не против с ним сотрудничать. То есть, говорят, азиатские страны с Россией не прочь сотрудничать, но Россия ничего конкретного им не предлагала. Она какие-то слова говорит, совершенно непонятные о чем. Именно эта Азия, она очень, не Запад, он очень конкретный. Им не нужны все эти слова, им нужно конкретно что-то материальное. Не учите нас жить, помогите материально. Это лозунг не Запада. Вы говорите, что нет глобального Востока, но в последнее время есть такое ощущение, что есть скорее глобальный Юг против глобального Севера. И вот тут... Кремль явно предпринимает какие-то шаги, да, используя антиколониальную риторику, используя антиамериканские настроения, которые действительно сильны во многих странах, во многих регионах, и в Азии, и в Латинской Америке, и в Африке. Насколько эта линия может оказаться успешной? Они есть, но они то же самое везде разные. То есть, например, если этот антизапад, юг, глобальный юг, конструировать, например, как пытаются сейчас путинские идеологи на основе так называемых традиционных ценностей, это знак кавычек на Западе, да? Надо прекрасно понимать, что, например, во многих странах Латинской Америки или в Южной Африке вообще гей-браки разрешены. И они вообще не понимают, о чем там им вещают под маркой этих традиционных ценностей. Везде есть какие-то свои уникальные вещи, которых они бы хотели. Нет какой-то единой идеологии глобального юга, который противостоит глобальному северу. В каждом случае речь идет о каких-то конкретных просьбах глобальному северу, о каких-то конкретных интересах конкретной страны глобального юга или конкретной группы стран глобального юга, например, стран южнее Сахары. Попытка сконструировать это как некий аналог мирового социалистического движения, о чем фактически в России сейчас говорят, это вообще ни о чем. Это та же самая история, что с поворотом на восток. Например, африканские страны с удовольствием берут у Путина деньги, а что дальше? А дальше известно, что как с Советским Союзом взяли и бросили, и кинули, а долги потом уже и Путин списывал с Ельцином. Такая ситуация в целом. И последний, я думаю, на сегодня вопрос. Как вы полагаете, разные страны ведь... в принципе, выстраивать свою внешнюю политику, исходя из того, как и в чем они понимают свой собственный национальный интерес. Да? Внешняя политика США строится на понимании того, в чем состоит именно американский интерес и так далее. И та проблемность российской внешней политики, которую мы видим на протяжении последних 30 лет, больше даже, чем 30. Те очень сложные отношения со странами бывшего СССР, когда Россия за ними отрицает полноценный суверенитет и так далее, и так далее. Лежит ли, с вашей точки зрения, в основе этого некоторое недопонимание, в чем же состоит, собственно, российский национальный интерес? И, ну, собственно, возможно ли другая внешняя политика России, чем то, что мы видим при Путине? Ну, вы знаете, проблема в следующем. Понятие «национальный интерес» в России очень сильно мифологизировано. И, собственно, вокруг этого вот эта вся... ну, как бы вот путинская мифология после 2014 года и идет. Вот, значит, национальный интерес – это не то, что президент там придумал, и вот он стал такой национальный интерес. Он сказал, что вот это враги, вот это друзья, и дальше вот это национальный интерес. Национальный интерес – это на самом деле очень сложный конструкт, который вырабатывается в демократических странах, а вообще национальный интерес – это понятие, связанное с модерном и, соответственно, с демократией. Вот. Так вот, он вырабатывается путем очень сложного диалога и суммирования сумм отдельных интересов граждан. Вот этого процесса в России так и не произошло, и поэтому говорить о каком-то национальном интересе относительно России вообще нельзя. Вот такой странный ответ. Есть нечто, что гражданам продают как национальный интерес по телевизору. Если вы поставите мысленный эксперимент и замените президента Путина на президента Пупкина, то он может совершенно по-другому придумать этот национальный интерес, продать его гражданам через телевизор, и дальше это все будет выглядеть совершенно по-другому. Вот чтобы такого не было, нужно, чтобы вот именно вот так сложились каким-то образом логичным интересы большинства населения страны. А для этого нужны соответствующие институты и так далее и тому подобное. Поэтому невозможно хорошая внешняя политика с хорошим пониманием национального интереса без нормальной внутренней. Спасибо, спасибо огромнейшее. Мне кажется, это очень важный вывод, что вне демократических институтов невозможно и ясное, четкое формулирование национального интереса, а, соответственно, проведение внешней политики. Это был разговор с Андреем Казанцевым, политологом, специалистом по внешней политике, прежде сотрудником Высшей школы экономики, МГИМО, Marshall Center, European University Institute и так далее. Спасибо огромнейшее, Андрей. Мне кажется, это был очень важный разговор. Спасибо вам огромное. Спасибо, я отключаюсь. До свидания.